Михаил Матюхин круглый год на велосипеде. В его личном парке 4 разные модели, в том числе и для экстремальных горных спусков. Сейчас я приехал на шоссейном дорожном велосипеде. То есть это велосипед для того, чтобы передвигаться чисто по автомобильной дороге и не более. Изогнутый руль и тонкие колеса. Это велосипед для ровных дорог и высоких скоростей. Его выбирают спортсмены и те, кто предпочитает быстро добраться из точки А в точку Б. Этот вид транспорта велосипедного не пригоден для любителей, поскольку он, наоборот, набирает большие скорости и не универсален. То есть он только для ровных поверхностей, без кочек, без ям, камушков и так далее. За последние годы в Тюмени построено более 60 километров велодорожек. И двухколесный транспорт перестает быть только развлечением. На велосипеде тюменцы добираются из дома на работу, на прогулку в парке и катаются по городу. В качестве универсального средства Михаил рекомендует присмотреться к горным велосипедам. Передвигаться именно на этой модели по каменным джунглям – мировая тенденция. У него полуспортивная посадка. Есть возможность прикрепить любые девайсы в виде детского кресла, сумочек навесить, фляжки и так далее. Плюс то, что на нем легко и просто можно съехать с дороги прямой и ровной велодорожки в лес. Можно прокатиться по дороге, по тротуару, по набережной, заехать на тротуар, на бордюр и так далее. В этом магазине большинство моделей горные. Выбрать подходящую помогут специалисты. Большое значение имеет рост человека. Рост – наше все. Соответственно, рама выбирается либо размер S, M, L, XL, бывает 2XL, а также бывает XS на более низкого человека. Чтобы у нас была прямая нога, когда мы садимся, чтобы у нас был правильный угол наклона над велосипедом, чтобы разгрузить нашу поясницу. Ну и точно так же, чтобы не страдал плечевой и кистевой сустав. Еще одна популярная модель – это гибрид шоссейного и горного велосипедов. Обычно их сразу раскупают. У нас в городе позволяет инфраструктура использовать гравийные велосипеды. Во-первых, это посадка. Мы сидим более прямо, это что-то среднее между горным велосипедом и шоссейным. Плюс это возможность установить более широкие покрышки, то есть нам будет намного удобнее передвигаться. Одного велосипеда достаточно, чтобы кататься круглый год. Главное вовремя менять резину и проходить техобслуживание. Тогда качественная модель может прослужить 5 лет и больше.